На прошлой неделе мы уже делали сюжет о полигоне твердых бытовых отходов с Яново, который беспокоит жителей Серпухова и района, и попросили считать его официальным обращением в прокуратуру. Сегодня история получила свое развитие. Визит на объект совершил первый заместитель министра экологии Московской области Павел Кириллов. Вопросы к Сьяновскому полигону твердых бытовых отходов и его владельцу ООО «Первая гильдия» появлялись и ранее, но своего апогея достигли этим летом, когда огромнейшая свалка мусора загорелась так, что потушить ее пожарные не могли неделю. Есть предположение, что вся дурно пахнущая история началась с того, что свалку эксплуатировали не по правилам. В октябре полигон закрыли, но гора мусора тлеет и по сей день, а зловоние при определенном направлении ветра накрывает ближайшие населенные пункты Серпуховского района и микрорайоны Серпухова. Об этом твердят сами жители, которые боятся за свое здоровье и здоровье своих детей. Для жителей микрорайона Ивановские дворики и для меня, как депутата этого микрорайона, Сьяновский полигон – это большая боль, большая проблема, потому что мы на себе ощущаем это все зловоние отравляющее. Представьте себе молодой микрорайон, в котором живут много детей, самая большая школа, которая работает в две смены. Этот дурной запах проходит через стены школы. Неоднократно ко мне, как депутату, обращались жители. Теперь вот это зловоние почувствовали и жители других районов. И поэтому было принято решение Советом депутатов подписать письмо общее на имя губернатора Московской области о принятии мер по рекультивации этого злосчастного полигона. По информации 29-го отряда ФПС, дежурно-диспетчерской службы и службы 112, только за последние 30 дней поступило 83 обращения от жителей на задымление, а рекультивация не проводится. Арендодателем, который получал деньги от размещения полигона, является Серпуховский район. Но когда пришла пора не только получать прибыль с объекта, но и решать реальную проблему, в районной администрации, по всей видимости, не поспешили с ней разбираться. Пришлось подключаться соседям. Власти Серпухова, чьему на Селению также приходится мучиться от потенциально опасного соседства, поручили профильным подразделениям города выступить инициаторами проверки функционирования Сьяновского полигона. Проверка с участием первого заместителя министра экологии Павла Кириллова, инспектора по охране окружающей среды и прокуратуры, состоялась уже 19 января. Нарушение природоохранного законодательства все-таки налицо. Вот, дым от полигона идет. Чтобы все-таки понять, насколько сильны очаги возгорания, Министерством экологии был запущен квадрокоптер, ну вот, который выявил, что очагов все-таки значительное количество, ну, порядка 10. Вот, и есть места, где очаги эти довольно-таки обширные. Замминистра Павел Кириллов отмечает, что возобновлять работу на полигоне его владельцы в настоящий момент не имеют никакого права. В настоящий момент у него лицензии нету, поэтому вот сейчас он возобновить свою деятельность не может. Более того, проектная мощность практически исчерпана, поэтому оснований для продолжения деятельности этого полигона нет в настоящий момент никакой. Тот Леня, которого мы сегодня видели, выезжали по с прокуратурой, Серпуховской был представитель, его необходимо ликвидировать. Рекультивация должна проводиться эксплуатирующей организацией, которая отвечает за этот полигон. Во время своего рабочего визита представитель области посетил не только Сьяново, но и администрацию района. Тема, очевидно, оставалась все той же – судьба полигона и шаги по его ликвидации. Однако нашу съемочную группу под предлогом неверно составленной аккредитации из зала заседаний спешно попросили удалиться. И более того, подыскать тех, кто мог бы вывести корреспондента и оператора. Закрытые перед носом журналистов двери плодят много вопросов. И в том числе, к сожалению, не самых радужных. Может, районной власти есть что скрывать? От жителей, которые увидят этот сюжет, которые хотят ясности и не хотят дышать дымом со свалки. Покинуть зал, кстати, пришлось не только нам. Что поразило больше всего, что нас, депутатов, беспардонно выгнали с этого совещания. Скорая реакция на просьбу о проверке полигона от Министерства экологии, впрочем, дает надежду на то, что ситуация найдет свое разрешение. Хотелось бы поблагодарить областное ведомство за внимание к этой проблеме.